Доброго ранку, вже звично телевізійну студію. Сьогодні ми змінили на волейбольний майданчик на пляжі Золотий берег. Все це не випадково. Сьогодні гостем нашої ранкової програми став капітан національної збірної з волейболу Олег Плотницький. Більше про гравця ви дізнаєтесь просто зараз. Олег Плотницький – професійний волейболіст, срібний призер чемпіонату Європи, капітан національної збірної України з волейболу, дворазовий чемпіон України волейбольної суперліги, нині гравець італійського клубу «Перуджі». Олеже, доброго ранку. Насправді, застати вас в Україні важко, тим паче у Чернігові. Для тих, хто не цікавиться волейбольним життям, розкажіть, чому зараз так відбувається? Ну, тому що більше часу проводжу в Італії, да, у мене там контракт, і сезон у нас длинний, 9 місяців. Вот, сюди приїжджаю тільки на літо, в національну збірну і домой. Взагалі, ти ж український волейболіст, просто що 2 роки ти граєш в Італії. З чого розпочиналася твоя кар'єра і взагалі волейбольне життя? Ну, починалося з тренувань у папи, він у мене дитячий тренер. Вот. Потім попав я в харківський інтернат спортивний. Там проучився 4 роки, після цього поіграв півсезону в юридичній академії в волейбольному клубі. І після окончання спортивного інтернату я підписав контракт з Локомотивом Харківським. Скільки ти в Локомотиві грав? Грав 3 роки. 3 роки грав в Локомотиві, 3 сезони відіграв. Вот. Ми виграли чемпіонство, кубок виігрували, суперкубок виігрували. Після яких ігор тобі запропонували контракти грати за Італію? Я знаю, що слідити почали після чемпіонату Європи, який був у 2016-му, да? Но по сложився ситуації такой, да, от таких моментах, каких-то я попав туди тільки вот 2 роки назад. Вот, ну, ні каплі не жалею, то есть пропозицію навіть там не думав, ти одразу прийняв цю пропозицію. Сразу ж, да, мені позвонили, спросили, я даже не знаю, ну, наверное, 5 секунд точно не пройшло, я сказав, да, конечно же, то есть делайте какие-то там финансовые вопросы, да, документации, вот эти все, то есть это не от меня зависит уже все, вот я только дал свое согласие. В Локомотиві вже знали, що ти туди підеш? Да, мы разговаривали с руководством, вот, это же им позвонили, им предложили, и они как бы поговорили со мной, поговорили с моим агентом, вот, и после этого мы приняли решение, что все-таки состоится эта сделка, я перееду в Италию. За скільки клуб італійський купив тебе в Україні? За 45 тисяч. Для італійських, да, гравців, яка це сума? Я думаю, це немного, думаю, немного. 2 роки ти грав за італійський клуб Монца, все вірно, да? Як взагалі оцінюєш себе як гравця, наскільки ти виріс за ці 2 роки? Ну, я думаю, дуже багато додавав, да, і ну, не тільки я можу сказати. Вот, там многому научили, но кое-что поменяли и добавили своего. Да, то есть итальянская школа на самом деле хорошая, поэтому ну, так вырос, я думаю, на 2 ступеньки точно поднялся. А якщо порівняти з українською школою волейболу? Знаете, могу сказать, что да, не работают для этого у нас просто, вот и все. Поэтому, ну, как есть тренера, но очень маленькая заработная плата, я знаю, по своему папе, да, вот, то есть есть тренера, есть дети, у нас дети больше хотят заниматься этим и более талантливые, чем там, чем в Италии, да, но как-то так пока у нас в стране, и я надеюсь, что это поменяется. В Украине ты зараз один из найуспішніших волейболистов. 2 роки ты грав за Италию, тоді тобі пропонували змінити громадянство? Да, было такое предложение, были такие разговоры, но чому тоді відмовився? Не знаю, как-то вот, ну, хочется посмотреть, что будет в Украине. Верю в то, что что-то может поменяться, да, и начинать что-то меняться, вот, по крайней мере, в волейбольном мире нашем. Вот. Хочется посмотреть, будет ли что-то. Вот сейчас вышли на чемпионат Европы и обещают очень хорошо все организовать, сборы. Вот, очень длинные будут. Таких не было, я не помню уже, когда были последний раз. 6 недель у нас сборы вроде. Вот, турниры будем играть на этих сборах. То есть хорошая подготовка будет. Поэтому посмотрим. Посмотрим, как все сделает федерация. Я надеюсь, что они ответственно отнесутся к этому, и мы постараемся также отнестись к играм. В 21 рік ти став капітаном національної збірної України і зараз також виступаєш за національну збірну. Як тобі наша команда національна? Хороше. Все ребята практически играют же за границей, вот, поэтому набираются опыта там. Да, есть опытные люди, которые уже, скажем так, и мне помогают в чем-то, да, где-то подсказывают что-то. Вот, поэтому команда у нас на самом деле хорошая.
остается же, опять же, провести хорошую работу сейчас на сборах, и я думаю, что результат какой-то то будет у нас. Якщо повертатися, да, до України, до твоєї кар'єри, коли ти тут розпочинав, ти грав під п'ятим номером. А це була символічна для тебе цифра, ти обирав її сам, як сталося? Є якась історія, да, з твоїм ігровим номером в Україні? Не знаю, як-то от саме, помню, перша форма була, ще у нас там папа діяв, коли на дитячу команду, я дуже захотілося п'ятим. Не знаю, чому, ну, от як-то так от. Мені захотілося п'ятий, і все. І от потім старався продовжувати його, да, от. Держати у себе на футболці. А вважаєш, як ми знаєш, такими щасливим числом для себе? Я думаю, так. Да. Думаю, так. Да. Що-то є там. Магічне. Ну, може бути. Зараз ти 17-й. Да. Це тобі дістався номер, чи ти також обирав 17-й? Там був вибір, 5-й був зайнят, тому що я прийшов вже практично, да, почався сезон вже, якби втягувався в команду, він вже був зайнят. Вот. Там були на вибір номера, я не пам'ятаю, які, ну, чому-то от 17-й мені захотілося вибрати. Как-то вот. Тоже как-то вот, ну, тут что-то как внутри, да, скажем так, есть такие моменты, когда тебе что-то подсказывает, и ты что-то, ну, выбираешь, куда ты идешь, может быть, или еще что-то, или что-то покупаешь. Вот так же у меня было, то есть я просто выбрал из тех, которые мне предложили, получился 17-й, и мне нравится. А в тебе є, до речі, які, знаєш, такі ігрові забобони, що ти можеш робити до гри, що ти собі не дозволяєш після? Ну, обязательно перед игрой, от, в день игры, мне надо поспать. Ну, часа полтора. Вот это обязательно. На самом деле, это, ну, реально, вот, я не знаю, почему так. Я знаю, многие, которые спят, потом не могут, как бы, войти в игру, да, им тяжело, мне надо поспать. Вот если у меня остается час, там, до выезда, я даже не буду думать ложиться, там, я где-то буду сидеть, там, что-то там, себе там, дома что-то делать. Вот, если у меня есть 2 часа, я 100% лягу, посплю, то есть... А сколько тебе, взагалі, для сну потребно перед игрой, чтобы идеально, да, чтобы в тебе все вышло? Ну, 2 часа. 2 часа это было. Потому что, ну, больше, чем 2 часа, это уже прям вот очень долго ты спал. А 2 часа мне вот достаточно. Прям отлично. Я просыпаюсь, и сразу у меня заряд есть какой-то, я не знаю. Якщо почитати італійські ЗМІ, тебе називають, знаєш, там, Калашніковим, да? Чому так? Чому саме платинський Калашніков? Не знаю, это придумали ще в команді как-то. Я так понимаю, що це как-то розійшлось. По итальянцам, да, по всем этим клубам, по игрокам, вот, и все, парни как-то в команде назвали. Одна тренировка была такая, и я был очень злой и начал очень сильно там бить мячи, вот, и как-то после того, вот, после того дали мне такое. Тобто это все после твоих эйсов, после твоих подач, через такие... Через эмоции, может быть, знаете, через эмоции, и потому что, ну, очень сильно заряжался на удары, вот, когда разбегался там, да, вот, то есть... Из-за этого и не делал какие-то такие там, вот просто был вот, знаете, вот так вот, шел прямо и все, вот, прямо иду и бью. Дуже эмоційний в грі. Ну да. В італійському клубі в Монті ти був єдиним українцем, да. Вірно? Да. Як тебе прийняла команда? Ти ж не знав італійської, коли їхав. Отлично, я вам скажу, що я англійського не знав. Вот, то есть як спілкувалися? Общались, там був чех один, да, і у нього бабушка українка, вот, і він розуміє немного. Язик, он тоже так, как бы, ну, такой знаком. Есть, да, схожий, да, есть, да. Есть, да, вот. И вот и все, мы с ним начали общаться. Я чуть-чуть начал подучивать английский, вот, и там через буквально месяца два, ну, я нормально разговаривал уже, и все. Парни очень сильно помогли в этом плане, в плане коммуникации, да, между собой, то есть это отлично было. А итальянскую ты говоришь? Я немного знаю, там, каких-то пару слов могу. А, можешь сказать? Вабене, это как будет хорошо у них, да. Волейбол, как будет? Половину. Гравець. Джокаторе. Нападник. Скачаторе. Лібера. Лібера. О, екзамен пройдеш. Все, да. Є. Взагалі, якщо ти себе як гравця згадуєш тут, коли ти починав, да? Багато хто мріє грати за кордоном. Є якісь в тебе поради, як потрібно, можливо, працювати, вкладатися, викладатися на іграх? Тому що, ну, відомо, що за іграми спостерігають, да, і так шукають гравців. Я так розумію, так само знайшли і тебе. Да? Ну, вірити треба в себе, це точно. Да? Вірити треба в себе. Нужно поставить перед собой цель какую-то и никогда не прыгать через 2 ступеньки. Это как вот, ну, меня это вправили. Я всегда люблю, чтобы было все. Я понимаю, что я могу перейти на следующий через уровень, да, то есть на второй, там, допустим, если мы с нулевого начинаем, я могу сразу на второй перейти. Но я лучше перейду на первый, там обкатаюсь и потом пойду на второй, да, то есть чтобы я был готов к этому всему. То есть не спешить, не надо никуда спешить, все вовремя, оно все придет, если ты веришь, ты работаешь. Ну, мне кажется, Бог тебе поможет тоже. Вот. Вот и все. Это главная вера — работать и никуда не торопиться.
5-2 in battuta Holek, Ploteschi va a forzare su palazzo! Geis! Che palla di Orduna per Holek Ploteschi! Ploteschi, Orduna, Ploteschi! Palla a terra, finisce qua la partita, ma nulla se... Fuori dai 3 metri, Orduna va da Ploteschi! Відомо, що і в Італії, і в Україні ти неодноразово отримував звання кращого гравця MVP. А скільки разів це було в Україні, коли і в Італії? Ну, в Україні у нас дають вже тільки після чемпіонату, після всього чемпіонату, після фіналу. Вот. В Україні я отримав один раз MVP. Це був мій, скажімо так, да, як останній сезон вже в Україні. Вот. І перед цим сезоном я отримав ще найкращого молодого гравця в чемпіонаті. Вот. В Італії вже за цей сезон отримав 5 або 6, точніше, ну 5 або 6 було. Вот. Це за цей останній сезон, а перед ним, коли тільки приїхав, у мене було 4. Відомо, що в Італії навіть вишуковуються черги з фанами, щоб сфотографуватися з волейболістами, зокрема з тобою, хоча ти не італієць. Скільки людей стає до тебе черга, аби зробити селфі разом? Ну, на самом деле, я не считал, но могу сказать так, на часа полтора-два ти остаєшся в залі ще після того, як закінчилась гра. Да? Ти опустив голову, ти либо розписуєшся, либо фотографуєшся з людьми. Дуже багато. Люди дуже люблять цей вид спорту там. Они реально очень, ты даже если по городу идешь где-то, к тебе там подбегут, там все, то есть будут с тобой разговаривать. То ты там волейбол настолько развинутый? Да, очень, очень, очень хорошо развит. И поэтому, ну, реально полтора-два часа ты просто не теряешь, как бы, а, я скажу так, даришь людям. Я считаю, что это должно каждому спортсмену, который играет где-то, потому что ты должен отблагодарить как-то людей, они пришли, тебя поддержали. Вот, то есть... Це для мене нормально. Зіркова хвороба в тебе була, як у спортсмена, коли ти покинув український локомотив харківський і переїхав до Італії? Наверное, коли покинув, вже не було, але після Європи, да, наверное, я так думаю, більше всього була. У 2016 році, коли ми стали вторі на чемпіонаті Європи, перші медалі завоювали в мужському волейболі на міжнародній арені. Да, вот, и, наверное, тоді була якась, вона якась проскочила, тому що... Но у меня такая семья, они не молчат. У меня мама волейболистка, папа волейболист. Сестра в соцмережах про тебя пишет? Да, сестра тоже в этом разбирается, потому что живет в этом кругу всем. Вот, поэтому они не молчат, если я что-то делаю неправильно, либо где-то я остановился, они сразу говорят, скажем так, втык, да, делают мне. Вот, и было много, в том сезоне было много таких игр, таких моментов, да, то есть я думаю, что вот, ну, где-то... А как ты на себе відчув цю зіркову хворобу? Оно начинаешь думать о другом. Ты начинаешь думать, что ты все умеешь, ты уже более расслабленный, ты не работаешь, не чувствуешь какой-то конкуренции, да, не делаешь для себя самого конкуренцию, то есть не борешься сам с собой, скажем так. Вот. И вот с этого состояния тоже было так тяжело чуть выйти, но вроде получилось. Завдяки родине самое? Я думаю, да, семье. Семье, потому что, ну, как бы, от них ты не услышишь какого-то... Они хотят, не желают тебе ничего плохого, да, они желают только хорошее, вот, поэтому я понимал, что, наверное, где-то не правы в чем-то, хотя я очень упертый, и за волейбол не очень люблю с ними разговаривать, вот, но, наверное, как-то не исправили немного меня, помогло это. Тато в тебе волейболист, вы разом зараз тренуетесь, когда ты влетку в Украине? Да, я вот был вот в Хмельницке, был, приехал сразу после сезона, мы пошли с его командой, с малышами, там, ну, как с малышами, не малыши уже, но, скажем так, малыши для меня. Вихованці тата. Да, его. Мы с ними потренировались, поиграли, вот, он там собрал своих людей, и мы против них играли. Ни одной партии, кстати, не выиграли. Вот, но было круто с ними поиграть. И для меня было хорошо, что я хоть чуть потренировался. Вот. То есть это очень хорошо. Коли ти повертаєшся до України, як тебе зустрічають у рідному Хмельницькому? Да, немного друзей там осталось, но есть. Есть несколько, вот. И иногда они реально обижаются на меня за то, что я могу не позвонить, не сообщить, что я приехал, да. Ну, потому что реально приезжаешь на 3-4 дня иногда и не успеваешь уделить время родителям, своим делам какие-то сделать, да, вот. Но если я приезжаю на неделю, это у нас какие-то, мы собираемся куда-то, выходим 100%, то есть это так, скажем так, буйно проходится. Батько, як тренер, дає якісь там поради, настанови після твоїх ігор, да, коли бачить? Сейчас уже, наверное, нет. Сейчас нет, потому что, ну, как сказать, я на другом уровне уже. Вот, но... Мы советуемся с ним много, он со мной советуется, я с ним советуюсь. То есть у нас такая коммуникация между друг другом.
Відомо, що в травні цього року стало відомо, що ти йдеш з Монци і станеш гравцем Перуджі. З Монци ти підписував контракт на 3 роки, грав ти 2 роки. Ти сам вийшов з клубу, як все відбулося? Ну, було предложення від Перуджі, і, знаєте, ну, таких не відказуються. Тобто, да, всі вони чекали в початку чемпіонату, як я відновлюся після травми. Вот. Прошло восстановление, я уже начал играть, все хорошо, мне предложили, вот, поэтому, ну, это топ-клуб, это один из лучших клубов в мире, там очень хорошая атмосфера, и как бы, ну, отказываться от такого, ну, я думаю, что никто бы не отказался, точно из людей, которые играют в Украине, точно никто не отказался бы, да, и даже из Европы, наверное, вот, есть хорошие тренера, хорошие условия, игроки топ-уровня, с которых можно что-то научиться. Вот, поэтому я сразу же, опять же, так же само, как и было с Монцей, я сразу принял. Тоді, 2 роки тому, Монца купила тебе у Локомотива за 45 тисяч євро. За скільки зараз Олег Платинського купила Перуджі? За 200. 200 тисяч євро. Да. За 2 роки, тобто твоя ціна як гравця в 4 рази зросла. Да, ну там було прописано в контракті, сразу відступні є, да, у нас таких. Когда более ты уже на высоком уровне играешь, есть отступные твои, то есть, потому что клуб понимает, что игрок может перейти, что-то может случиться, и все, ну, то есть подстраховываются все, вот, потому что деньги там, ну, платят, скажем так, немалые. Вот. Сколько? Не скажу, не скажу. Вот это залишится в тайне. Да, это секрет, вот. Поэтому, да, была, это была такая сумма, Перуджа тоже на нее согласилась, вот. Трансфер состоялся, там были какие-то переговоры, я знаю, там неделю-две они еще общались. Вот, ну, все уложили, все хорошо. На скільки років ти з Перуджі підписав контракт? На 3 роки. 3 роки ти будеш грати за іншу вже команду Італії. Да. В Україні, коли стало відомо, да, що Платницький перейде в Перуджі, ще кращий клуб, це, ну, новина сколихнула. Да? Ти заздалегідь знав, що ти будеш грати в наступному сезоні іншого клубу? Ну, я знав раніше, ніж люди з України, да. Скажімо так. Знав немного раніше, ніж це все стало офіційно. Наскільки раніше? На пару місяців. Загалом розкажи тепер за нову для тебе команду. Перуджі, що це за команда? Хто там, можливо, з відомих, всесвітньо відомих волейболістів буде грати? Ну, із топ-ігроків там є Леон, є Атанасевич діагональний, є Свізуючий Дечека, Перший темп Подращанин. Вот. Ну, тобто там хороша дуже команда, є люди, які реально на слуху завжди. Вот. И за клуб рассказать, очень хорошие фаны. Всегда приходят, как минимум, у них есть своя организация там. И вот на игре чисто вот болельщиков, которые, да, как мы называем их, ультрас, это человек может быть 700, да. Может быть, для, там, если футболисты бы узнали эту цифру, они бы сказали, что это немного. Но для волейбола в залах, когда у тебя там вмещается там, до 5 тысяч, там, 4 тысячи болельщиков, 700 человек просто стоят и то есть, кричат. Традиционно еще раз. Что-то у них есть. Для каждого у них есть свое, своя какая-то, скажем так, как... позывной какой-то, да, для каждого игрока, для каждого игрока у них есть песня, вот, то есть они очень там организованы, всегда в одной одежде, то есть это реально очень такой один из топ, наверное, ультрасов, который я видел в волейболе. Окрім Перуджі, мы знаем, в тебе была пропозиция играть за інший клуб? Были, да, были из России, но как-то пока я не соглашаюсь, не хочу остаться в Италии. Не из-за политических каких-то там... Да, через что? Просто вот мне комфортно в Италии. Я почувствовал, что это мой чемпионат, я хочу что-то выиграть там. Я хочу что-то выиграть, я хочу еще больше заявить о себе там. Вот. Все может быть и когда-то я поиграю в России. Вот. Ну, то есть, может, в какой-то другой стране. Но пока для меня вот еще на несколько лет я хотел бы поиграть в Италии. Ты вважаешь себе, скажем так, найдорожчим украинским волейболистом, как гравець? Я не знаю, сколько кто получает, сколько кто стоит, но, ну, наверное, один из. Один из? Да, я думаю, да. Як ти вважаєш, в чому твій секрет успіху? Тобі лише 22 роки, ти підписав успішний контракт і будеш грати за італійську команду. В чому твій секрет успіху? Ну, давайте так. Є доля таланта, є доля якогось везіння, є робота. Да, то есть, возможно, если поговорить со всеми тренерами, они скажут, те, которые со мной работали, скажут, что я не очень много работаю на тренировках, но я очень много стараюсь работать в себе, да, вот, то есть разбираться в себе, как я себя повел, где-то, что я мог сделать по-другому, где я мог выиграть, может быть, очко, может быть, где-то там неправильно принял, вот, да, я стараюсь найти ошибки в себе и их
постепенно удалять из себя. Я пересматриваю игры для этого. Я, бывает, снимаю видео, там, как я там, нападаю или еще что-то. Вот. Сейчас больше в Италии я начал больше работать еще на тренировках, потому что там надо это делать. Ну, игроки реально есть и повыше тебя, и посильнее тебя. Вот. Но если спросите в Украине, то, наверное, скажут, что такое. Немного ленивый, но я знаю, над чим я работаю. Ну, зрозуміло, що фізичне навантаження – це тренування. Як ти психологічно з собою працюєш? Ну, наверное, будет как-то по-глупому, да, но я много разговариваю с собой. Разговариваю с собой перед игрой, разговариваю с собой после игры. Опять же, просматриваю свои игры, да, и, скажем так, опять же, делаю сам себе какой-то втык. Да, что вот где-то ты не доработал, где-то что-то ты не сделал. Стараюсь как бы просмотреть даже, образно говоря, всю неделю, да, до этого, то, что я делал. Как я велся на тренировках, чем я занимался, как я спал, как я кушал, как я гулял или еще что-то делал, да, то есть и из этого всего мы можем сложить реально, ну, такой, как сказать, результат, да, этого всего. Если ты посмотришь на игру, ты понимаешь, если ты там режимил, спал, кушал хорошо, ты вышел, ты, ну, реально хорошо сыграл, так будет с 10-9 точно, вот. Если ты же где-то дал какую-то там себе поблажечку немного, ты уже где-то не доработаешь на игре, где что-то уже не получится. Поэтому, ну, больше так с собой как-то пытаюсь, сам с собой ни с кем не советуюсь, не разговариваю об этом, ну, просто с собой. А є люди, до думки яких ти прислухаєшся? Да, есть. Хто це? Та мама, папа 100% будуть. Вот. Ну, как прислушиваюсь, я советуюсь. Я принимаю решение, стараюсь принимать решение сам, но советуюсь, чтобы, да, были какие-то варианты. Нельзя, вот есть у тебя один вариант и все. Может быть, они знают что-то еще, и можно дадут тебе еще один вариант, там мама даст еще один вариант, папа второй, у тебя уже их три. То есть есть чего выбирать, и из этого проще. Вот. Есть же такие же самые, есть друзья у меня очень хорошие, с которыми я тоже советуюсь. Вот. Поэтому семья и друзья. Про що ти мрієш як спортсмен? От наразі, досягши таких успіхів, про що ти мрієш? Я бы хотел, чтобы Украина поехала на Олимпиаду, на самом деле. Не знаю, какой будет там результат. Хочу, чтобы, ну, реально мы съездили на Олимпиаду. Как-то вот, чтобы это получилось. Есть время, я знаю, что есть люди, которые готовы играть за это. Есть хорошие, талантливые, уже состоявшиеся игроки. Есть еще игроки, которых можно научить чему-то. Поэтому есть с кем туда ехать, но надо вот, очень тяжелый у нас в Европе отбор, очень тяжелый там. Вот. Но нужно как-то это попытаться сделать, наверное, ну да, кто не пытается, тот и... А про субисте? Моё? Ты как гравец, про что мрієш? Значит, изначальных, да, вот, которые вот тут вот рядышком, недалеко совсем, хочется выиграть что-то в Италии. Для начала хочется выиграть что-то в Италии, да, вот как бы так вот сделать какую-то галочку, да, в своем списке, в своих целях, хочется вот это. Вот дальше посмотрим. А є умови, з яких ти, можливо, б повернувся грати за український клуб? І якщо б це були умови, то який би це став клуб? Я думаю, поки ні. Це поки через нет. Фінансову складову? Це через все. Ну, у нас нету поки таких залів, к нам не приходять зали такі, так багато людей, да? Во-первых, не приходять, тому що нету місця для них, щоб ви прийшли. Прийде там 300 чоловік, ну, извините, в Італії у нас там 1,5-2, 2,5, да? На одну гру лише, да, збирають. Вот только, і так кожну гру у нас, да? І це є хороші фани, які реально підтримують тебе всю гру, вони не замолкають. Вот. В Україні вже у нас з цим проблема. Є в деяких містах, які і своїх там будуть розказувати, як вони плохо грають, все остальное, знаєте, то есть, ну, наверное, нет. Нету залов, пока финансирование не очень хорошее, поэтому я думаю, пока не вернусь. Олеже, ми дякуємо вам, що ви завітали до Чернігова і за наше з вами інтерв'ю. На цьому ми з вами прощаємося. Вам спасибо.